В окружной столице стартовал региональный форум «Молодежь-83. Энергия округа». В течение 3 дней 120 ребят со всего региона будут проходить обучение по 5 направлениям, получая новые знания и навыки от известных спикеров из других регионов. Екатерина Дементьева расскажет подробнее. Представители активной части молодого поколения со всего округа собрались в Нарьян-Маре, чтобы стать участниками главного молодежного события года. За 3 дня им предстоит проделать большую работу – от обучения у именитых экспертов до написания и защиты своих проектов. Здесь собралась наиболее активная молодежь со всего округа. К сожалению, сегодня по погоде не смогли ребята из Индиги прилететь. Но, с других слов, вчера прилетели. То есть у нас география достаточно широкая. Вот. И спикеры также у нас представлены практически со всей европейской части России по различным направлениям. У нас всего, повторюсь, 5 площадок. Это правотворческая площадка, это площадка, посвященная здоровому образу жизни, патриотическая площадка, добровольческая площадка и площадка по самоуправлению. Каждая из площадок, она наполнена смыслами, то есть мы понимаем конкретные задачи, что мы хотим получить на выхлопе из площадки. Неизменно из года в год на форуме работает площадка для тех, кто всегда готов прийти на помощь. Волонтеры, они же добровольцы, здесь одни из самых многочисленных представителей. Добровольчество – это одна из основных площадок форума, потому что добровольчество в нашей стране сейчас активно развивается. Добровольчество активно развивается у нас в округе. Появляются как новые добровольцы, так и новые волонтерские объединения. Ребята выходят не только на региональный уровень, но и на всероссийский. Большая программа приготовлена для участников площадки здорового образа жизни. Как призналась куратор этого направления Ульяна Ерохина, после форума ребята должны стать образцами ЗОЖ не только для своих сверстников, но и окружения в целом. В рамках площадки ЗОЖ у нас первым таким условием было, чтобы ребята не только получили теоретические знания, да, что есть здоровье, что есть здоровый образ жизни, из чего он слагается, что есть питание и так далее. В первую очередь у нас самое главное то, чтобы ребята у нас вышли практически умельцами. То есть мы их не только готовим как ЗОЖ-специалистами, которые научатся разбираться в питании, в тренировочных процессах, научатся сами составлять тренировочные программы, но помимо этого они еще научатся организовывать ЗОЖ-мероприятия. То есть тем самым будут являться такими некими выходцами, которые смогут транслировать спорт в массы и сами являться примерами здорового образа жизни. За 3 дня участники форума получат огромный опыт, новые знакомства и эмоции, которые позднее увезут в свои населенные пункты и образовательные учреждения, где непременно станут лидерами. Екатерина Дементьева, Леонид Шишелов, телеканал «Север».